Всем привет! Сегодня 27 мая 2024 года. Видеомеханический вечный двигатель. У нас есть неподвижная шестерня, вокруг которой обкатывается венец с внутренними зубцами. А также к этому венцу прикреплена жесткая еще одна шестерня. Что мы имеем здесь? Вокруг этого обкатывается вот это. Здесь еще одна. Ну и все синхронизировано. И вот здесь, когда мы прикладываем усилия, эта шестерня маленькая, она имеет возможность немного так проворачиваться. И когда мы прикладываем усилия, она упирается в эту шестерню и в эту. Силы разделяются. Но поскольку здесь плечо у нас большое по сравнению с этим, и система выходит из равновесия. На сегодня все, пока.